Так, уже отлично, я там первые 2 секунды случайно послушал. Дорогой Глеб, спасибо за донат, значит... Ну, типа, what the fuck, что-то будет, я молодой фэткак, я думаю, самое идеально подходит здесь. What the fuck, я молодой фэткак, что-нибудь такое, да? Просто Ванга in the house, Ванга с, блядь, ну, это не пот, это хуёвый дезодорант, но все равно, короче, блядь, ребят, просто, я считаю... Я, понимаете, я полностью прохавал тему гачи-миксов. Я считаю себя гачи-королем просто. Oh God, ну да, да, отлично. Венга, да-да-да-да-да, Венга. Ну, очень гачественный микс на самом деле, да. Я пиздец, сука, я хотел, типа, не вонять, обрызгался дезиком, а он говнище. Блять, сука, я теперь не хочу так сидеть, надо переодеться. Сорян, что я хуйня какой-то мерзкой, но... Да. Блин, спасибо, что субтитры прям такие огромные, и вообще, что они сделаны отлично. Честно говорю, вот я вот больше всего, что я не люблю, например, в говниде в своей делать, это... субтитры, это вот прям самая лень, то есть, ну, мне вообще все лень, но субтитры вот прям больше всего себя заставлять приходится, так что мое почтение всем, кто делает субтитры. На, блядь! Да, спасибо, спасибо. Гачи королю на пиздатый дезодорант, а то че как это... На гачи королю помыться надо сходить, просто было перед стримом, но я, блядь, до последнего тянул. И так мы очень поздно начали, уже, блядь, час ночи. Я в 11 только начал, в 11.30. Ютуб вообще тварь, пиздец, базару ноль. То есть это самый прекрасный и самый отвратительный сайт в этом плане за последнее время. Да, самый пиздец, что типа Lil Pump, ну, он на английском, но даже русскоязычному человеку проще разобрать, что Lil Pump говорит, блядь. Блядь, я только сейчас заметил, что тут приделали этого, нахуй. Morgan Slaves. Молодой фэткак. Ну и прям реально специально. Сейчас просто все новые песни делаются специально под гачи миксы на самом деле. What the fuck, я молодой фэткак. Ну и отлично, очень гачественно и прекрасно, и спасибо Red TV Gachi за этот чудный ремикс 21 века какого-то, блядь, фиолетового цвета.